Как известно, кошки обладают внушительным интеллектом. Они могут запоминать команды, считывать человеческие эмоции и легко адаптироваться к новым условиям. К таким выводам пришли ученые из Хельсинкского университета, изучившие почти 5000 кошек из 26 разных породных групп. Как показали результаты многолетнего исследования, самая умная – абиссинская. Они обладают отличной логикой, памятью, благодаря чему легко поддаются дрессировке. Также в список самых умных пород попали бенгальские и бирманские кошки, а замыкают пятерку лидеров корниш Рекс и шотландские вислоухи. Ученые выделили в особую группу сингапурских и сиамских кошек, а также турецких ангор и японских бобтейлов. Они оказались не самыми умными, зато самыми любопытными питомцами. Ну и с представителями одной из этих пород мы решили познакомиться прямо сегодня. У нас в гостях Кристина Красовская, заводчик ориентальных кошек. Знакомиться мы будем не только с ней, но и с ее питомцем, сиамской кошкой по кличке Белла. Кристина, доброе утро. Здравствуйте. Белла, тоже доброе утро. Угу. Расскажите нам про породу сиамских кошек, потому что вот у меня ассоциации сразу с Леди Бродягой, где две мерзкие кошки издевались над собакой. Да-да, есть такое заблуждение на самом деле. Сиамские кошки – очень древняя порода. Она идет веками назад, еще в древний Сиам. И владельцы были только королевские семьи, представляете? Чьи дети не могли играть со сверстниками. Поэтому сиамские кошки были их товарищами по играм. И в какой-то момент даже было запрещено вывозить кошек из страны. Сиамские кошки, они очень-очень древние. И мы сейчас наблюдаем это уже, вот этот тип треугольной формы головка, ушки большие, клиновидная голова, стройные лапы. Это уже современный тип. А были уже какими? Была более круглая форма головы, поменьше чуток ушки. Они были косоглазые. У них был такой как бы излом хвостика. И это было нормально, это был стандарт для этой кошки. Со временем человек приложил свою руку, да, и вот то, что мы сейчас видим, это и есть уже современный тип. А характер? По характеру. По характеру эти кошки очень любознательные. Да, видно. Видно. Они очень любознательные. Они полностью подстраиваются под режим и образ жизни своего хозяина. Они не выбирают кого-то одного в любимце. Для них важна вся семья. Ну, Белла, давай мы ляжем на свой. Вот так вот. Ты приходишь домой, они тебя встречают, ты кушаешь, они садятся рядом. Не обязательно, чтобы они будут лезть в твою тарелку. Нет. А желательно еще и стульчик свой поставить ей. Детский, да, купаешься, они тоже с тобой сидят, наблюдают. Воду они не сильно любят, поэтому в этом есть плюс этой породы. Заднюю. Да. Есть плюс этой породы в том, что их не нужно часто купать. Их вообще желательно вообще с водой не сильно связывать. Они очень чистоплотные. Да. Значит, по поводу характера деток маленьких, да? Вот совсем с малыми детками тут уже вот под вопросом будет эта кошка, потому что она любит быть в центре внимания. А вот подросшие детки, то есть они очень игривые, очень, они очень ласковые, они любознательные, они любят вот поспать, они все спят с нами на самом деле. Кто здесь, кто в ногах, кто вытягивается. И на самом деле сиамские кошки настолько привыкают к человеку, что они либо принимают себя как человека, да, идентифицируют, либо вас принимают, что вы как взрослая кошка, большая. Очень большая размера. Кошка. Да. Белла, мы просто очень большие кошки. И, кстати, вот по поводу того, что характер, что они такие с характером, да, с таким сложным, на самом деле путают с тайскими кошками. У тайской кошки круглая морда, округленные глазки, маленькие ушки, короткие лапки. Она такая приземленная кошечка. Сиамские, у них миндалевидные глаза, большие уши, она вся изящная и стройная. Также и характер у них разный на самом деле. Поэтому, и, кстати, еще может быть ошибочным по поводу такого сложного характера. О таком характере говорят не владельцы этих кошек, а те, кто наблюдает со стороны. То есть внутри семьи кошка ведет себя совсем по-другому. Кристина, то есть, получается, с людьми так, со своими, а с другими может вредничать. Просто можно немножко со стороны понять немножко не так. К примеру, вот смотришь в глаза, они такие умные и вроде даже как хищные немного. А на самом деле это не так. Или ты идешь, а она тебя там за ногу может. Она на самом деле играет, и ей скучно. Они требуют внимания, они очень общительные. Слушайте, а как можно интерпретировать поведение Беллы? Она, значит, походила, посмотрела, понаблюдала, покричала.
поглядела по сторонам. Сейчас она дрожит, если честно. Волнуется. Да, она очень волнуется, она дрожит. На самом деле она у нас из дома выходила пару раз на выставки и все. То есть мы не ездим по гостям с ними. Да, все-таки для нее это стресс. Но она очень любознательная. Она, значит, проверила вокруг себя радиус. Видите, она дальше, в общем-то, не пошла. Ну, отпустить ее можно было бы проверить, но не будем. Не стоит. Значит, да-да-да. Она, значит, все ознакомилась. Ничего враждебного она не увидела, это главное. Нету громких звуков, резких каких-то движений нету. Все дружелюбно настроены. Кошки это очень чувствуют, очень. К нам приходят, когда в гости, бывают кошки рычат. Угу. Я так подозреваю, что подружки, то есть кошка все чувствует, кто пришел. А кого-то они встречают, обнюхивают и прям даже вот так носиком в лицо, прям носик к носику. Чувствуют людей. Да, очень. Как собачки. А что касается экстерьера, всегда ли это голубые глаза, есть ли какие-то там разные длина шерсти, вот в чем отличие? Значит, по экстерьеру обязательно голубые глаза, могут быть разные оттенки, но это сине-голубые глаза. Это клиновидная мордочка обязательно. Это длинные лапы, повторюсь. Хлыстообразный хвост. Длинный тоже отличается от тайцев. У них обычный хвостик, а у этих... Потрогаю, можно тебя? Вот, вот так вот. Кольчик, не знаю, будет видно. Видно, вот он. Видно, видно. Значит, хлыстообразный хвост. Тонкое, изящное тело. По поводу окрасов. Значит, есть черные ушки, шоколадные. Они все называются point. Вот этот окрас пойнтовый. Есть... Seal Point это черный, Chocolate Point это вот шоколадный, есть лиловый Point. И окрасов их много, и на самом деле вот раньше на выставке были там допущены только несколько вариантов. Сейчас это уже намного больше, то есть уже принимаются в стандарт намного больше окрасов. Но это обязательно от белого до вот такого темно-коричневого, то есть светлое обязательное тело должно быть. Обязательно темные ушки, ну вот эта маска. Чем старше кошечка, тем больше маска. И самое интересное, что кошки сиамские рождаются совсем белыми. Представляете, белый котенок рождается. И со временем, ближе к месяцу, у них начинает темнеть. Сначала носик. Так заходишь, а вот там уже черный носик утром. Ой, как по кольцам дерева, так же по количеству. Интересно смотреть, как это развивается кошка. Да. А кому по характеру или по образу жизни вы бы порекомендовали завести такую кошку? Семейные. То есть обязательно дети, взрослые. Или взрослые, кому скучно. Кому одиноко. Это вот прекрасный друг, с ними интересно поболтать, они тебя всегда выслушают, всегда примут тебя с твоим настроением, какое у тебя есть. Значит, совсем, если вы ведете такой образ жизни, у вас никогда нет дома, эта кошка, к сожалению, будет страдать. Поэтому надо аккуратно продумывать. Активно, да? Но при этом, чтобы мы проводили время дома, да, вместе обязательно со своим играть. Любимчиком. Да. Ну что ж, друзья, благодарим сегодняшних гостей. Кристина Красовская, заводчик ориентальных кошек, и кошка Белла сегодня украсили наше полезное утро. Ну, прямо сейчас будем вместе с нашей следующей рубрикой разбираться с тем, как правильно подбирать себе брючный костюм.